The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Привет, ребята. Еще 4 минуты до начала. Напишите, слышно меня хорошо или нет. Видите ли вы тоже хорошо мой экран? И тогда в 8 ровно мы с вами начнем. Окей, уже без минуты, я думаю, мы можем, в принципе, начать. Для начала я, наверное, расскажу, кто я. Меня зовут Володя, я Senior Software Engineer в EPAM Systems и один из организаторов, участников Rolling Scopes. Вам, наверное, рассказывали, что такое Rolling Scopes и почему мы, собственно, здесь собрались. Да, наши... Команда организует вместе с EPAM Systems Rolling Scopes школу, в которой, собственно, вы и участвуете. Немного расскажу про то, как мы будем с вами взаимодействовать. Да, естественно, первое — это под аванс чат. Вы туда активно пишете, и сообщения летят очень быстро. Вот. И второй важный чат, который вам нужно всегда смотреть, это чат announcements. Да, так как информацию о лекциях будут именно постить в этот чат, то есть если во время лекции нужно будет пошарить какую-то ссылку, какое-то видео или какие-то материалы, ответственные люди за лекцию будут, собственно, скидывать в announcements. Потому что в подаванс обычно ссылки теряются и потом пересматриваются и так далее. Да, лица не будет, я немного стесняюсь, чувствую себя некомфортно, когда включено видео. Вот, по поводу записи я сейчас поставил на рекординг, надеюсь, все запишется хорошо, и я, наверное, уже субботу-воскресенье залью видео на YouTube. Да, окей, собственно, зачем мы сегодня с вами собрались? Еще раз проговорил про... School Rolling Scopes.com — это самый важный на данный момент для вас, наверное, сайт, где вы можете найти вот в этих кнопках всю информацию, которая вам нужна. Непосредственно посмотреть, что лекция и что нужно делать, можно в Schedule.
И я очень надеюсь, что вы посмотрели вот эту вот первую лекцию Git Basics, которая вот была здесь на самообучении. Так как сегодня я постараюсь скорее отвечать на вопросы, которых не было в Git Basics, либо там разбирать какие-то частые ошибки, и будет небольшой интерактивчик. Сегодня мы с вами много времени не займем, потому что пятница, вечер, все, наверное, уставшие, хотят пойти там отдохнуть. Поэтому, я думаю, мы к 9 постараемся закончить. Что вам нужно было обязательно научиться и просмотреть эту лекцию? Чему вам нужно было научиться? Это первое — научиться клонить, коммитить и создавать бранчи. Это то, без чего вы на любом языке программирования, где бы вы ни были, далеко не уйдете. Сейчас ко всем лекциям будут выкладываться материалы в таком вот виде. Здесь можно посмотреть краткий список того, чего вы должны были узнать, и какая-то инфа. Хочу обратить ваше внимание вот на эти части. Здесь такая, скорее, вспомогательная информация, но которая вам поможет работать с гитом, коммитить правильно. Возможно, ваш ментор в будущем на это как-то не будет обращать внимание, возможно, будет, но на продакшене, когда вы будете работать уже непосредственно с заказчиком и с командой, там принято соблюдать определенные правила. Это правило как и коммит-нейминга, так и бранч-нейминга. Вот. Здесь можно найти в целом какой-то основной чит-шит, в котором есть основные команды. Зачастую вот для такого базового уровня этого будет достаточно. Сразу вот сегодня прям первый вопрос был, который был еще днем. Почему, собственно, мы разбираем все примеры, вопросы и учимся работать с гитом именно в консоли, а не в каком-то какой-то инструментом с графическим интерфейсом? Я на него отвечал, но, может, кто-то пропустил, продублирую. Во-первых, для того, чтобы чему-то научиться в программировании, да, где угодно, вы начинаете с азов. То есть тоже математика, вы учите там плюс-минус, вычитание, деление, вы не пользуетесь там калькулятором для того, чтобы это сделать, а понимаете вот самые-самые основы. Второй момент — это гид учит вас, и вот использование гида в консоли приучивает вас пользоваться именно бэшем, то есть терминалом. Потому что это важная часть на самом деле любого девелопера, на каком бы языке вы ни писали. Если вы действительно девелопер, вы часто будете встречаться с консолью, терминалом, и в дальнейшем вам навыки именно работы в терминале очень понадобятся. И третий момент — это то, что таких инструментов с графическим интерфейсом довольно много, и я, к сожалению, не могу рассказать по каждому из них, как им нужно пользоваться. Но если вы знаете, как работать в консоли, этого будет достаточно, вы будете знать, что такое commit, branch, что за checkout, там, как добавляются, как удаляются change и так далее. И вам будет очень просто разобраться в любой туле. Пользоваться тулами никто вам не запрещает. Пожалуйста, если вам удобно, и вы делаете все правильно, никто против точно не будет. Но сейчас мы будем с вами работать непосредственно с консолью. Кроме того, здесь очень полезные линки, которые я тоже старательно выбирал. Очень рекомендую их посмотреть. Здесь вы даже найдете ответы на основные вопросы, так как тоже один из популярных вопросов, чем мерджинг отличается от ребейзинга, вот здесь есть. Там, как сделать алиасы, чтобы работать в консоли быстрее, конвеншены, ну и так далее. Можно пройти онлайн-курс, если вдруг вы прошли все-таки, посмотрели лекцию, попробовали, поповторяли, и у вас не получается, вы всегда можете попробовать еще раз. Окей. Надеюсь, такое вводное слово было вам достаточно. Все пришли, и можем непосредственно приступать к вопросам в чате. Итак. Что же тут у нас? Да,
сразу анонсмент. Я не буду отвечать на вопросы, которые были в лекции, в духе, там, как закоммитить, почему у меня не работает это и это. Жду конструктивных вопросов каких-то там с подробностями, которые мы можем разобрать и которые будет послушать полезно всем. Второй момент. Я тоже не буду отвечать на вопросы, связанные с вашими тасками, с процессом и работой в репозитории на Padawans. Это тоже, к сожалению, не в скопе этой лекции. Окей. Да, спрашивают, не принципиально ли пользоваться терминалом VS Code или любым другим встроенным терминалом. Нет, не принципиально, если вы его правильно настроите и поставите правильную среду, потому что на винде это обычно Windows Shell, как она там называется, CMD. Bash на винде ставится отдельно, это стандартно, это Git Bash, которым доступны, который ставится вместе с гитом. Поэтому, если вы правильно включите environment, вообще без разницы. Я пользуюсь отдельно, но это просто там на вкус и цвет. Да, Git наиболее... Вопрос. Сейчас я прочитаю вопрос. Git наиболее часто используется, чем CVS в проектах, насколько распространены другие системы. Сейчас я говорю опять же про EPAM, ну и про людей из других компаний, про которых слышу, все используют Git, потому что он сейчас убер популярный, все остальные системы контроля версии уже, ну опять же, говорим про JavaScript, давно устарели и ими никто не пользуется. Я даже не могу найти человека, который там шарит за CVS, другое какое-нибудь. Окей. Как выйти из Vim? Это, наверное, такой вопрос, который... Самый популярный запрос в Гугле, как выйти из Vim, или как, что это за штука открылась, как с ней работать. Да, на самом деле работа с Vim — это больше, скорее, работа с Bash, и стоит пройти базовый курс Bash. Окей. Наверное, пока вы там думаете и набрасываете вопросов, я хочу предложить вам небольшой интерактив. В общем, у меня есть, я сегодня создал репозиторий The Learning Corps. В чем заключается интерактив? Наверное, все слышали про такую замечательную игру. Как его зовут, как зовут этого парня на фотографии ниже и какие варианты там бывают. Собственно, суть очень похожая, только нужно придумать что-то созвучное с The Rolling Scopes и открыть pull request в мой репозиторий. Ссылку я сейчас скину в announcements. Одну секунду. Вот, найти можно здесь. Итак, к вопросам я вернусь чуть позднее, когда вы напишите, чтобы мы там не простаивали и занимались делом. Но можете писать, я потом на них отвечу. Итак, у меня есть репозиторий. Допустим, я студент. То есть вот мне скинули сейчас этот репозиторий, и мне с ним что-то нужно сделать. Итак, во-первых, забыли про то, что мы студент. Для начала не хватает файла, куда, собственно, коммитить предложенные варианты разных звучаний The Rolling Scopes, разных вариантов The Rolling Scopes. Давайте я сначала создам файл. Как вы знаете, можно это делать прямо через UI GitHub. То есть тут можно create new файл, можно отредактировать этот файл для ленивых, коим я и являюсь. Но давайте попробуем еще раз. Чтобы работать с репозиторием, просто повторюсь очень быстро, чтобы напомнить вам, можно пользоваться двумя путями. Это через SSH, либо через HTTPS. Разница в том, что для SSH у вас должны быть ключи доступа, которые будут добавлены и в аккаунт, и на вашей машине. Используя HTTPS, вам нужно будет вводить свой логин и пароль GitHub. Окей, давайте, у меня ключи настроены, я могу скачать и так. Давайте зайдем в папку, куда склоним наш проект. Это будет папка dev. Посмотрим, что здесь у нас лежит. Команды ls.
Итак, мы зашли в папку dev на home, то есть home dev. В эту папку давайте склоним наш репозиторий. Отлично, мы его склонили. Перейдем в него. Итак, так как мы склонили, стандартная ветка будет master. Посмотрим, что здесь все на месте. Команда la, да, .git папочка, в которой находится вся информация о гите на месте, и файлик readme на месте. Да, нам теперь нужно добавить файл, в который мы будем, собственно, коммитить наши, ваши предложенные варианты the rolling scopes. Для этого создадим файл какой-нибудь, там, names.md. Как видите, появилась звездочка около мастера, это значит, что появились какие-то изменения. И теперь мы можем посмотреть, что они есть. Команда gits, она же git status, простите, я очень привык к алиасам. Вот, то есть вот у нас есть names. Напомню, что нужно сделать. Сначала добавить это в stage, потом написать git commit минус m. Да, тут можно, давайте воспользуемся каким-нибудь эдитором, не будем писать через m. У меня в git-config по дефолту стоит эдитор для commit месседжей VS Code. Это можно настроить в git-config, ну вот, минус global list. А нет, я вас обманул, это можно настроить в zhrc. Ой. Да, есть. Я пользуюсь в данный момент оболочкой Hyper. Это такой довольно странный продукт на самом деле. Это консоль, которая использует под капотом Chrome. То есть здесь, по сути дела, открывается браузер. В браузере рендерится вьюшка, которая является вот этим. И потом это все связывается через Node.js и воспроизводит команды, которые я сюда тайпаю. Что хорошего в этом терминале? Ну, не знаю, я как фронтендер, и как, ну, скорее не как фронтендер, как JavaScript-разработчик, мне стало интересно. Во-вторых, она выглядит красиво, на нее много всяких плагинов, штук, настроек, и я понимаю, как она работает, что происходит. Да, она жрет, конечно, прилично батарейку, в отличие от того же iTerm или там, GitBash, либо стандартного терминала MacOS, но мне нравится, и я ей пользуюсь. Окей, у каждой вот имплементации, так сказать, окружение есть свой файл настройки. Кроме того, что вот у меня Hyper, это консоль, я пользуюсь средой, которая называется Zash. Это такой прокачанный вариант Bash, который имеет всякие тоже клевые конфигурации. Опять же, это вся инфа для тех, кто хочет прокачаться в консоли и в дальнейшем пользоваться ей. Если вам это не важно, можете сейчас просто сходить за чаем. Да. В любой консоли есть файл конфигурационный, где вы можете настроить алиасы, где вы можете настроить всякие шорткаты, можете настроить скрипты, которые будут автоматически добавляться, плагины и прочее, прочее, прочее. Кроме этого, вы можете настроить эдитор, который будет автоматически открываться вместо Vim, когда вы будете пытаться редактировать документы любые, ну, текстовые, либо там какие угодно. Как вот тут вот в этой строчке видно, у меня написано, что если connection SSH, то есть я зашел на какой-то удаленный сервер, то у меня по дефолту editor — это Vim. Если же я нахожусь у себя, то дефолтовый editor — это VS Code. Да, вы, наверное, заметили, что у меня тут есть WebStorm на главной, но нет кода. Почему? Потому что для development я пользуюсь VS Code, точнее, для development я пользуюсь WebStorm, а вот открывать файлики мне нравится в VS Code. Тоже довольно такая интересная. Просто давно очень работаю с WebStorm, он так мне очень привычен, я много чего знаю, как там делать, поэтому я уже не переучился на VS Code, хотя он тоже классный.
он быстрее закрывается, поэтому и файлы быстрее открывать в нем. Окей, вернемся к моменту нашего коммита. Открылся commit edit message. Нам нужно ввести, что мы здесь делаем. Это давайте напишем add names md и сохраним. Итак, смотрим, что у нас получилось. Так, файл откроем. Все еще на месте. Окей. Так. Почему-то у меня VS Code не стригерил action, что сохранился commit message, что довольно странно. Окей. Давайте закоммитим по старинке. Сейчас время не тратить, не разбираться, почему это. Add names md. Вот. Таким образом мы указали минус m. Это вариант, когда вы пишете ваш commit message не в эдиторе, не в Vim, а просто сразу в командной строке. Ну, то есть применяет git commit и добавляет этот message в commit message. Да, давайте посмотрим gitlog. Все появилось. Отлично. Что нам теперь нужно сделать? Это сделать git push origin master, чтобы наши чейнджи попали на удаленный сервер. Отлично. Теперь давайте откроем наш name. Так, name.md. Вот он пока у нас пустой. Давайте добавим сюда example. The rolling scopes. И второй вариант. Еще запятую будем добавлять. Заловим копс. Сохраним. Так, посмотрим, что у нас есть. Добавим его. Закоммитаем. Отлично. Запушим. Да, сейчас я воспользовался шорткатом git psh, который автоматически делает git push origin название вашего бранча. Да, сейчас вы можете наделать любых алиасов, каким вам душа угодно. Это довольно хорошая практика. Есть даже, там, если погуглите, найдете список самых там, распространенных алиасов для Git, чтобы не тайпать много букв. Хотя это, естественно, можно сделать табиком, но все же удобнее, когда есть алиасы, так классно. Окей, проверим, что у нас все залилось. Да, все залилось. Итого, что вам нужно теперь сделать? Ого. Names. Name. Классно. Ага, я создал второй файл, который называл names. Отлично. LA. Сейчас мы его удалим. RM. В каком файле у нас там? Так, name. В name есть, в names нет. Проверим, что действительно удалили то, что нужно. Да, классно. Зря. Это тоже мой шорткатик, который позволяет делать git commit минус m. Отлично. Теперь это все дело запушим. Итого, что у нас выходит? Да, nameMD на месте, все апдейтнуто, хорошо. Как, собственно, работать с репозиториями, которые не ваши? Как работает вообще open source? Вообще, вот есть какие-то проекты, довольно много проектов, тот же Electron, Chromium и прочее, в которые вы можете закоммитить, добавить свою частичку себя, исправить какую-то ошибку, которая вас давно волнует. Что для этого нужно сделать? Естественно, прав на то, чтобы directly коммитить в чужой репозиторий у вас нет. Что, в принципе, логично, да?
Ого, уже кто-то pull request открыл. Класс, сейчас посмотрим. Для тех, кто не такой быстрый, расскажу поподробнее. О, уже есть 15 форков, клево. Ребята молодцы. Что вам нужно сделать? Во-первых, форкнуть репозиторий. Так как репозиторий мой, я его не могу форкнуть к себе, но зато могу форкнуть в другой. Как бы могу в Rolling Scopes его залить. Делать я этого не буду, но представим, что я форкнул репозиторий, и как 15 человек отсюда уже форкнули. Что это значит? Это вы форком вы делаете как бы копию репозитория у себя, и теперь вы можете ее работать как со своим репозиторием. Вы это наверняка делали с заданиями для Padawans, но все же, если вы это делали неосознанно, просто расскажу подоплеку, для чего это. Это для того, чтобы получить копию, с которой можно работать. Как дальше засубмитить то, что вы сделали, допустим, в вот этой локальной копии, уже в, непосредственно в ту версию, с которой эта копия сделана. Для этого вам нужно зайти в свой аккаунт, найти этот форк, склонить его себе на компьютер, либо не клонить, а прям тут поменять, скачать. Да, не забывайте, что если вы сделаете download zip, это не будет, не скачается папочка .git, и git-команды внутри работать не будут. Поэтому тут есть вариант открыть и GitHub Desktop, это еще одна UI, штука, которая позволит вам тоже там коммитить, открывать pull-реквесты, делать чейнджи, прочее тоже классная вещь. Либо просто склонить к себе. Затем вам нужно создать новый бранч от мастера. Допустим, new awesome name. Нельзя, потому что как это будет бранч? Через тире. Класс. New awesome name. Теперь вам нужно изменить файл, который вы хотите. В данном случае это name. Допустим... Черт, не успел табик нажать. Так. Вот. Добавить сюда свою версию. Класс. Закоммитить все это дело. Ай-яй. Так, что это? Отлично. Gitess, да, все закоммитилось. Запушить ветку. Это то же самое, напомню, что git push origin название ветки. Все, она появилась здесь. Отлично. И потом заходите в свой репозиторий, нажимаете new pull request, выбираете branch, который будет показываться как ваш, и branch, который будет показываться как origin, то есть это будет мой никнейм, название, и открывайте pull request. Итак, посмотрим, что тут у нас есть. Уже есть два прекрасных pull request. Давайте начнем с нижнего. Момент. Когда вы, как вы видите, pull request в репозитории отображаются по тайтлу. Поэтому, когда вы создаете pull request, в дальнейшем это очень полезная информация для вас будет, так как вы дальше будете работать с вашими менторами, очень важно называть pull request как-то со смыслом. То есть, чтобы ваш pull request имел название такое, в котором будет коротко рассказано, что внутри. Вот то, что я о чем говорил. Поэтому как бы сейчас это название подойдет, но лучше, лучше называть правильно. Окей. Классное название, мне очень нравится. Но если я вмержу... У нас появится еще один файл names, а у нас уже есть файл name. Поэтому я его, к сожалению, мержить не буду, а попрошу
попрошу каких-то деталей. Кроме того, в pull request есть еще вот такие вот поля, которые тоже нужно заполнять. Так как сейчас я owner репозитория, но в репозитории обычно трудится много людей, это вот бывает целая команда, в которой есть люди, которые отвечают там, за ревью, за мерж и за прочее. То есть, если вы создали pull request и не заатачили никого туда, просто создали в репозитории и все, не указали кого-то в ревьюерах либо в assignee, то ваш request может очень легко потеряться. То есть вы не обозначили, кто этот pull request должен посмотреть. Хорошо, если мне придет нотификация, я его посмотрю, но другим она не придет. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш pull request посмотрели, обязательно добавляйте reviewers. Если это люди, которые должны просто посмотреть ваш код, assignee — это обычный человек, который может в... который как бы... на кого вы... assignee может... Так, тут тонкая грань на самом деле. Да, класс. Уже залили. То есть reviewers — это люди, которые могут посмотреть ваш pull request. Assignee — это обычно люди, которые ответственны за то, чтобы ваш pull request попал в код. Ага. Что мы здесь видим? Что вмержить я его не могу. Почему? Потому что конфликты. Почему так произошло? Так, я, наверное, буду рисовать схемку, не буду. Ну, ладно. Вот. То есть у нас была версия нашего моего репозитория мастер. Человек, пока я там разговаривал, класс, успел создать бранч от мастера до того. Вот. То есть мы работали параллельно, как на проекте. Я с вами добавлял файл name.md, blackcat1397, делал чейнджи, не зная о том, какие чейнджи делаю я. Вот, я создал файлик name.md, он создал файлик names.md параллельно. Я закоммитил новый файлик, он открыл pull request, создал, получается, он просит, чтобы его чейнджи попали в основную ветку. Как бы перво-наперво никаких конфликтов не было. Почему? Потому что файлы назывались по-разному. Если бы я вмешал, появился просто новый файлик, который я, собственно, вначале создал. Сейчас я попросил переименовать файл. BlackCat1397 его переименовал, но так как Git не знает, какие чейнджи правильные, то есть он не может это автоматически смержить. Получается, что он добавил в файлик name.md вот такую строку, а там уже находятся две мои строки, которые я добавлял как example. И Git не может справиться с тем, как эти changes должны applyться друг на друга. Что можно сделать? В нашем простом случае мы можем нажать кнопку resolve conflicts и получить вот такую вот штуку. Это на самом деле прям один в один то же самое, чтобы если вы сделали, зашли бы к себе в репозиторий, под зафетчили чейнджи и подмержили, либо сделали... О, господи. Если бы вы подмержили чейнджи к себе в бранч, у вас бы появилась вот такая вот штука. То есть стрелочки равно стрелочки. Сейчас... В таком виде Git нам показывает, какие чейнджи кем были добавлены. То есть BlackCat добавил the shrinking swaps. я добавил вот эти два. Сейчас нам нужно что сделать? Сделать так, чтобы эти чейнджи слились вместе, чтобы они образовали что-то правильное. Это вы должны сделать руками, потому что никакая интеллектуальная система не сможет понять. Например, Вася делал кнопку круглую, Петя делал кнопку квадратную. Одному лид сказал делай круглому, второму, там, не знаю, project manager сказал делать квадратную. Они оба открывают pull request и как бы как понять, кто прав. Вы должны сначала выяснить, какой код рабочий, какие чейнджи правильные. В данном случае я могу это поправить, но обычно resolve конфликта всегда на плечах того, кто создал pull request. Так что, BlackCat, пожалуйста, поправь, и мы к тебе вернемся.
как бы, да, я не показал, как бы выглядел правильный файл. То есть, что нам нужно сделать? Убрать вот эти все строки, которые сделал Git, и сделать так, чтобы файл был правильным. В нашем случае это нужно все поперемещать, сделать так, чтобы был общий стиль, и нажать Mark as Resolved. То же самое можно сделать и через консоль. То есть вы берете, подмерживаете change себе ветку, появляется сообщение о том, что у вас есть конфликты, и в дальнейшем вы руками их резолвите. Да, вот в резолвинге конфликтов я очень не рекомендую вам делать это руками, потому что это на самом деле неудобно, когда у вас большие куски кода, и вы не понимаете, как это делать. Для этого очень-очень сильно помогают UI-тулы. Вот здесь без UI-тулов уже будет сложновато, если у вас будут какие-то сложные конфликты. Поехали дальше. Пока мы тут с вами развлекались, уже набежало 11-12 pull-реквестов. My Fantasy. Ну, мне нравится, я хочу открыть My Fantasy. Отлично. Да. The Rolling Stones. Отличное название. Спасибо, Томс М. Но смотри, тебе нужно это все сделать в файлик name.md. Добавляем опять же тот же коммент. Вот этот вот строка, точнее, вот это поле поддерживает Markdown, поэтому вы можете там добавить разные штуки. Вот тут про Markdown можно почитать. Например, мы можем выделить вот так. И будет красивенько выделено, как будто это кусочек маленького кода. Да. Кроме того, MonNames. Едем дальше. NamesMD. То же самое. Я могу что сделать? Например, закрыть этот pull request. Просто для... Тут ничего страшного, я просто его закрою. А для тех... Вот еще один самый-самый-самый популярный вопрос. Как удалить pull request? Никак. Ответ простой. Никак. Вы не можете удалить pull request. Вы можете его закрыть, но он будет виден в истории. От этого не избежать. Это сделано для того, чтобы вся история сохранялась. Так же, как и в Git'е, естественно, с немножко черной магии и флагов reset, force и прочего, I'm sure, флагов можно удалить какие-то чейнджи, но вообще в Git'е не принято что-то терять. То есть даже если вы хотите откатить какие-то изменения, вы пользуетесь Git revert, который добавляет commit наверх. То же самое и с GitHub. Давайте тогда посмотрим сверху вниз. Класс, два коммита. Fun, funny. Напоминаю про commit naming. Окей. Да, все классно. Тут человек добавил новые имена. Так, я могу отревьювать эти чейнджи. Писать плюс один. Approve. Я запрувал эти чейнджи. Они все еще не мержены, но показывается, что вот, все клево, я запрувал. И теперь я могу нажать кнопку Confirm Merge. Класс. У нас первый вмерженный Merge Request. Напоминаю, что у Merge Request должно быть правильное имя и коммиты. Но это просто для примера. Смотрим наш код. Откроем NameMD. И здесь уже есть набросаны какие-то части. То есть уже можно увидеть, что есть контрибьюторы и что файлик растет. Также работает, собственно, open source. Есть какой-то репозиторий, люди открывают туда pull-реквесты, то есть берут, форкают репозиторий, делают что-то свое, открывают pull-реквесты, потом люди, ответственные за код-ревью, это все смотрят дело, пишут комменты, резолвуют конфликты, общаются, и после того, как все согласны, что это клево, вот спасибо тебе большое, что запилили новую фичу, это все дело вмержится, и потом выпускается релиз. Как выпускается релиз? Как вы видите, у нас здесь 0 релизов, но теперь мы можем сделать первый наш funny релиз. Что для этого нужно сделать? Релизиться можно несколькими
релиз-версиями. Некоторые это делают через бранчи, то есть создают там релиз-бранч номер 1.2, там 1.0.0, 2.0.0, 3.0.0, 5.0.0, неважно. Можно создавать и правильно создавать это дело все тегами. GitHub помогает в этом, то есть не может это сделать все в консоли, естественно, но сейчас вот такая обзорная лекция по GitHub и по всяким штукам. Создадим новый релиз. Tag version — это название нашего релиза будет. Давайте назовем его так. Вот эта штука называется 7-ver, когда у вас есть, когда ваша версия состоит из трех частей. Это минор, точнее, это патч-версия, которая обычно это какие-то баг-фиксы, чейнджи, которые не повлияют на работу, которые что-то исправляют. Дальше, минорная версия. Это версия, которая отвечает за новые фичи, которые не ломают старый функционал. То есть вы добавили новую функцию, но старые все еще работают так же. И последняя — это версия, которая отвечает за, точнее, цифра, которая отвечает за релиз-версию. То есть это релиз номер 1, 2, 3. То есть версия мажорная. Чейнджи в мажорных версиях обычно предполагают, что нет обратной совместимости. Ну вот здесь, собственно, есть какие-то 001. Вот так сделаем. Fun. Target master. Fun. Релиз. Можно здесь написать какие-то релиз-ноты, что у вас исправилось или добавилось. Делаем publish. И ура! У нас есть первый релиз нашего прекрасного репозитория, где вы можете скачать zip, tar и здесь будет перечисление в целом какие-то pull-реквесты, которые вошли в этот релиз. Что сделал GitHub? Он создал тег. Это какая-то вот, то есть метка на определенном коммите, которая показывает, что вот если вы теперь попытаетесь установить этот, либо как-то поставить определенную версию нашего прекрасного репозитория The Loring Cops, вы сможете использовать версионирование. То есть поставить 0.0.1 версию, 0.0.2, когда она релизнится и так далее. То есть сохранится история. Окей. Тут уже набежало 17 pull-реквестов. Давайте сейчас посмотрим сверху вниз. Да, сразу видно, что человек первоначально не добавил либо коммитал с другого устройства, у него не был настроен git config, то есть не указан name и не указан email. Если вы видите, что в коммитах ваших на GitHub нету вашей иконочки, значит, настройте, пожалуйста, git config. Без этого тоже будут вопросы. Отлично, смотрим, что у нас тут. NameMD, класс, класс, класс. Мержим. Я честно, я потом пересмотрю все и напишу вам комменты, хорошо? Да, вот этот мы сразу завернем. Почему? Потому что название неверное. Git конфига тоже не было. Есть конфликты, ну и так далее. Почему появляются конфликты каждый раз, когда я что-то мержу? Потому что у нас все записывается в одну строку, и, соответственно, каждый раз, когда мы что-то добавляем, нужно всем резолвать конфликты, потому что добавились новые чейнджи. Вот. Поэтому такие дела. Привет, Михама. Надеюсь, правильно прочитал. Loading Docs. Отлично. Надеюсь, вам это было все интересно. Кроме того, да, чуть не забыл. К вашим межреквестам вы можете добавлять лейблы. Тут какие-то интересные штуки. Можете, если owner репозитория создаст новые свои лейблы, их тоже можно добавлять. Сюда можно добавлять enchantment, допустим, вот добавилось. Если мы теперь посмотрим, я уже вот вижу тег напротив merge-реквеста, который как-то ассоциирует ваш merge-реквест с чем-то. Это может быть enchantment, это может быть fix, это может быть фича, ну и так далее. Отлично. Я честно, я потом пересмотрю, но давайте вернемся к вопросам. Мне прям страшно сейчас нажимать сюда, потому что я думаю, там будет много текста. Ого, сколько вас? Да, к сожалению, с этим не помогу, как я говорил.
в сейчас лекции не про ваши таски, а скорее про Git, а здесь пишется, что у тебя неверно проходит тест, потому что у тебя функция возвращает undefined, а должна минус 4. Можно было не очищать окно, прости, это очень привычка. Так, и какой-то большой вопрос. Если в коде несколько типов небольших изменений, допустим, фикс бага, добавление комментариев к коду и добавление новой функции, лучше 3 раза коммитать и пушить последовательно, если изменения не очень большие, но и разных сфер файлов, или лучше пометить все основное в одном коммите? Правильно делать это в разных коммитах. Почему? Потому что в случае чего ты сможешь ревертнуть отдельные части своего кода. Например, там, ты добавил логи, а они где-то там что-то падают. Ты, не исправляя функциональность, не откатывая огромный кусок работы, ревертнешь одну маленькую штуку, и все. Плюс по коммитам очень классно можно смотреть чейнджи по названиям, и они очень хорошо так вот документируют разработку. Поэтому, естественно, многие разработчики, кто так уже постарше, делают это очень редко. Я, например, тоже бывает ленюсь и там сделал фичу, там 15 файлов поправил, такой, надо было коммититься. Такой, ай, ну ладно. Вот, но по-хорошему нужно, вы сделали какую-то отдельную часть, нужно ее закоммитить. Можно ли дописать в описании коммита, что делалось? Да. Вообще коммит-нейминг, коммит, вот эта вот строчка коммита, она ограничена, но под нижней, вот если вы сделаете Enter, на следующей строке вы можете дописать какое-то длинное описание, что вы там добавили. Оно будет видно только если вы откроете details commit, оно не будет видно в логе. Да, ссылки, как я говорил, в announcements. Не забывайте, все самое важное будет в announcements. Запись урока. Ну, я не знаю, насколько это урок, скорее мы с вами тут занимаемся пятничным фаном. Но я постараюсь выложить честно. Вот эта ошибка говорит о том, что у тебя уже папка The Loring Cops создана у тебя по этому пути. Либо ты ее удали через rm-rf, либо зайди в другую папку и попытайся склонить туда же. То есть, когда ты делаешь git клон, название, точнее, URL вот этого репозитория, то ты делаешь копию в текущую папку, где ты находишься. Да, не забывайте, что вы не можете работать с репозиторием до тех пор, пока вы его не сфоркните, то есть вы не сможете запушить. Склонить вы можете без форка, то есть это вполне легально, вы можете склонить все, что угодно, что лежит на GitHub в паблике. Но, и как вы можете даже туда накоммитить, но запушить вы не сможете, потому что вам напишут, что извини, ты не owner. Так, пропал звук. Это было страшно. Да, простите, если какие-то слова у меня вылетают, зафетчить либо какое-то. Я на самом деле это немного объяснял в видео. Ну да, зафетчить — это сделать git fetch. Вопрос. Каждого учащегося будут проверять вручную. В чате люди говорили, что запустят программу, которая автоматически посмотрит профиль наличия бейджиков. На первом этапе будут отчисления, так, бла-бла-бла, это уже инфа о процессе. У нас лекция по гиту. Коротко, наверное, отвечу на эти вопросы, потому что такие они интересные, я думаю, все послушают. Так, да, первоначально все ваши результаты пройдутся автоматически, пройдутся тесты. В дальнейшем, когда вы попадете уже на следующий этап, вам выдадут персональных менторов, которые уже посмотрят, как вы там решали задание, возможно, что-то вам потом подскажут и так далее. Но вот на первом этапе все будет автоматически. Списывать не рекомендую, потому что есть прекрасная тула, которая мы возьмем ваш список из системы слева, запустим скрипт, который возьмет и пройдется по копипасте. Есть такая прекрасная тула, которая позволяет определять копипасту в коде. Вот прям копипаст. И она там умеет, тонко ее можно настраивать, чтобы да, прям даже не копипасту, а там какие-то общие участки. Естественно, если у вас там код похож на 99% с кем-то, ну, там уже будем разбираться. Но очень не рекомендую так делать. Как насчет gitignore файла? Про gitignore я рассказывал в видео, можете посмотреть. И что такое git flow?
Ох, как на самом деле Git это просто инструмент. Для того, чтобы им хорошо пользоваться, есть такие best практики. Как это делать правильно? GitFlow это одна из таких best практиков. Она рассказывает, как вам нужно, как нужно называть бранчи, как они должны мержиться, как вы должны выпускать релизы. Подробно я рекомендую почитать. Прям, я думаю, даже вот у меня здесь есть. О, GitFlow Aliases. Get started. Ну, наверное, ссылочку по GitFlow я добавлю, но это вот просто GitFlow. И здесь будет подробно рассказано с примерами, потому что это на самом деле, если говорить голосом, это довольно долго. Том очень упорно уже третий или четвертый раз спрашивает у меня, используется ли баш, чтобы ватчить SAS-файлы. Ну, на самом деле там используется баш для того, чтобы запустить скрипт, который будет ватчить твои файлы. Вот ответ. Так. Звезды на GitHub, да, это рейтинг. На самом деле в такой девелоперском комьюнити очень часто идут холивары по поводу того, что там у React меньше звезд, чем у Vue, кто-то там набрал больше звездочек, чем кто-то, и все меряются пипками, у кого звезд, собственно, больше. Ну, это такой вот параметр, как лайк. Вы можете поставить какому-то репозиторию лайк, и он у вас будет потом отображаться. То есть, если вы зайдете к себе, нажмете Stars, то вы будете видеть все репозитории, которые вы лайкнули. Вот, например, jQuery. Прекрасный репозиторий, столько лет радует. Столько прекрасного кода было с ним сделано. Я просто вчера или сегодня, не помню, когда это сделал, я вот сел и понял, что я не лайкнул jQuery. Это было просто упущение. На самом деле, отчасти сарказм, но все же это библиотека, в свою очередь, которая сделала прям революцию во фронтенде. Ну и у нее, как видите, 50 тысяч лайков. Да, кнопочка Watch позволяет подписаться на тренды, которые происходят там мыши, в pull-реквестах, какие-то новые релизы вам будут приходить на ваш дашборд. Вот. Возвращаясь к старым, это еще клевый инструмент для того, чтобы сохранить какие-то репозитории полезные. То есть вы, например, часто ходите в Rolling Scopes, там Tasks, вы можете этот репозиторий лайкнуть, и он у вас будет в закладках. Кроме того, GitHub — это уже такая небольшая социальная сеть. Вы можете подписываться на людей, и они у вас будут отображаться, что у них нового, какие они репозитории создают, что они делают, вот прямо здесь. Вот как у меня отображается, что вы все сделали форк. Будет ли инфа в анонсах, когда зальется лекция? Да, я скину ссылку на лекцию, ну или напишу в чатик. Там, так что следите за обновами. Я вообще рекомендую просто подписаться на Rolling Scopes канал. Сейчас в ближайшие, наверное, несколько месяцев мы не планируем организовывать никаких ивентов, поэтому у вас будут только лекции там, записи лекций. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Класс. Рекламу мы туда не интегрируем, поэтому можете подписываться. Если в начале обучения в нескольких первых задачах коммитах написал от балды типа task 1, task 2, не слишком ли это страшно, и есть ли возможность изменить эти коммиты? Да, возможность есть. Есть такая прекрасная команда Gitament. Изучить ее можно с помощью гуглинга, потому что, опять же, это тоже долго нужно готовить пример. Страшно ли это? Нет, абсолютно не страшно. Если у вас есть какие-то коммиты в ваших учебных заданиях, которые сейчас вы делаете, и вы ошиблись, либо там сделали слишком много, либо слишком большой коммит, ничего страшного, но в дальнейшем лучше привыкайте делать все правильно. Но ничего страшного. В случае, если ты не владелец репозитория и коммитишь, можно ли эти коммиты в pull request без бранчей отправлять? Нет, нельзя. Всегда нужно сделать. Ты не можешь, когда ты коммитаешь непосредственно в какой-то определенный бранч напрямую, вот в массе прям закоммитил, ты нарушаешь последовательность. Тебе нужно сначала отбранчеваться и потом попросить мержить. Напрямую коммитить в бранчи типа мастер, development нельзя, и это даже на продакшн проектах имеют такую возможность только там пару человек, которые там нужно, например, что-то срочно убрать либо добавить. Что есть реф? Хороший вопрос. Реф
Это сокращение от reference. Когда ты пишешь git pull origin master, у тебя здесь reference — это origin. Как это работает? Для того, чтобы избежать вот этого постоянного копипаста урла одного в, там, например, не писать git pull, вот это название, которое вы вставляете в клон, там длинное HTTPS, GitHub, slash, там бла-бла-бла-бла-бла, потом название бранча, используются референсы. Вы их можете создавать самостоятельно, но по дефолту они сетуются, когда вы делаете git clone. То есть, если вы пишете... Что-то у нас было там git clone. Вот вы пишете git clone git the learning cups, то origin, reference origin в папке, которую вы склонируете, будет вот этот. То есть, вот ссылка на репозиторий. То есть... Когда вы делаете git push origin master, git автоматически поставляет вместо origin вот этот вот URL и пушит на remote. Соответственно, вы можете, например, склонировать с одного репозитория, а запушить на другой. Ну, я имею в виду удаленный сервер. То есть вы можете самостоятельно развернуть какой-то git сервер, который будет синхронизировать все ваши changes. И можете менять референсы. Какие дела? Можно ли замержить из вашего репа в свой форк? Не знаю, думаю, нет, это обратное. То есть здесь как бы мой репозиторий, это родительский ваш дочерний. Из дочернего в родительский можно, из родительского в дочерний нарушается последовательность. Никогда об этом не задумывался, но, скорее всего, ответ нет. Почему мерж-конфликт? Давайте заглянем. Открываем. Хорошая, мне нравится последняя, третья строка. Отлично, отлично придумано. Почему возник конфликт? Смотри, ты, получается, сделал 9 минут назад, а склонил, возможно, раньше. То есть здесь есть несколько причин, почему этот конфликт мог возникнуть. Первое, ты склонил репозиторий до того, как мы внесли чейнджи, то есть замержили новые, зарелизились, и там я добавил чейнджи. Ты, получается, не делал пулу, я сделал какие-то чейнджи у себя. То есть на сервере репозиторий новее, чем у тебя, ты от него отбранчевался, поработал в своем бранче, добавил свои... имена новые, классные, и открыл pull request. Так как ты работал со старыми чейнджами, а пытаешься мержить новые, у нас получается конфликт. Да, это у вас отличная возможность потренироваться, резолвать межконфликты. Сейчас я никого, ничего не буду запоминать, там, снимать оценки, что-то там с вами делать, вы можете открывать любые межреквесты с чем угодно, и я буду ну, адекватно. В рамках адекватного, пожалуйста. Я буду советовать вам, что вам нужно сделать. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, будут вопросы к комментам, которые я сюда напишу, можете со мной общаться без проблем. Поэтому, если у вас пишут, что вот есть конфликты... О, класс, кто-то прямо на комменту. Да, только... Маргарита, нужно коммитить не в readme, а в names. Ты можешь удалить эти чейнджи и добавить их в names. Я потом напишу коммент. Окей, вернемся обратно. Я уже опять смотреть начинаю. Да, про GPG-ключи GitHub. На одном продакшн-проекте мы их использовали, там, где был strict customer. Но вообще... вообще нет. Ну, то есть они там на самом деле ничего сложного, вы просто по инструкции добавляете, все работает. Что значит JPG-ключи? Это ключи, которые позволяют подписаться, что это действительно вы. То есть сейчас я могу, например, взять и стать CERC8, просто написав в git-конфиге его email и его... GitHub логин. И я уже опа, и уже классный какой-то другой чувак. Вот. Для того, чтобы быть авторизованным, то есть действительно, чтобы у вас тут вот такая маленькая галочка стояла, как
как во всех соцсетях, вам нужно добавить на свое устройство JPG-ключ. Да, как их настроить, как их добавить, это тоже можно посмотреть, но не думаю, что вам сейчас это нужно. Но если вы уже интересуетесь такими вещами, то молодец, круто. Да, сейчас у вас, наверное, такой момент, когда вам нужно гуглить, гуглить, гуглить. Если у вас что-то не получается, загуглите, это же несложно и обычно приносит много чего нового. Ну что, я надеюсь, вам было интересно, вы в целом узнали что-то новое про GitHub, и мы потратили этот пятничный вечер не зря. Очень рад был вас читать. Постараюсь залить видео, если оно записалось. Всем хорошего пятничного вечера и пока!